Хей, йо, гайс, в Мишмаке мы продолжаем проходить игру по названию Chicken Assists. Assist. Окей, погнали, батл. Бля, я так и не посмотрел, есть ли русская версия. Вам плевать. Погружение. The octopus Ewort collapsed beneath his feet, sending him where no chicken had ever gone before. Короче, при шторме осьминог оттолкнул его куда-то, плевать, в ион, пошел ко дну Белоу. Русалочка. Но за них все равно мало дают. И здесь тоже 30 этих уровней, ну, волн. Это что за картошины? Это типа как морские огурцы, но морская картошка, да? Е-мое, что это за урон был? Да ладно, это меня вот эти атакуют? Они всеми руками, понимаете, атакуют? А, так я чё это не попродавал, а чё я туплю? Так, продать. Девять сто сорок. Так, сколько здесь? 20-17, 23-15, 23-15, 25-13, 25-13 все равно выиграют. 3 дефа нахуй надо. Хотя 140. 36 уровень, 30. Понятно. Так, косарь. Апдейт. Что-то новенькое. Давайте сундук и ёбну. Так, минус косарь. 820 920 40 10, херня, 16 2,5. А там дев вообще.
вообще в минус, походу, ушел. Жесткий особенно. О нет, прикиньте. Крест, 100 хп. Там атака, блин, увеличена. Семнадцать и пять. Все равно. Это знаете, как в лотерею играть. Тебе может повезти, а может нихера не повезти. Поэтому да. Смотрите, на 500 бью. Косарь получаю. Бью. На косарь. Ушел в минус. О, что-то новенькое. 4 атаки. ХП получше будет. Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Ладно, полетели. Ой, не туда, да, пошел. Черт. У нас же погружение, не забываем. Она, мне кажется, моей клаве будет. Ну, не клаве, а мышки. Ой, там еще была морская картошка. Я чувствую, я вышел, но ненадолго. Вот эта херня очень сильно выбешит. Вот этот. Нужно вообще ему не давать атаковать. Подводные друзья. Нет, многорукие. Эти уже с акулами пришли. Надеюсь, хватит.
А, я не туда стрелял, оказывается. Я думал, он сюда нужно стрелять, ему туда нужно, оказывается, стрелять было. Ладно, 15 тысяч за это. И сейчас ништяков, мне кажется, вещи дадут. Ну ладно. Сейчас посмотрим. Шарпи. 10 кусков стоит, нихера себе шарпи. Дропать больше душ, но смысл мне от них, если... Да. Смысл. Где 199? Инвентарь. 29. Это какой уровень? 45, 46, 49. 20-17. 25-13. Но с этим я хотя бы на дальнее расстояние могу атаковать. Наверное, я не знаю. Ладно, лучше так сделаю. Окей, 24к насобирал. Айна, не знаю, что это за херня, но я ее возьму. Так, дальше, что здесь есть у нас? Хилка. Дрон. Хилка, дрон. Лучше вкачать, что ли? Ладно. О, нихера себе. Он сам атакует? А ну-ка. Фиг его. Что по вещам? 5, 50, 12. Это хуевые вещи. Это еще можно, в принципе, подумать, но... Ну, пускай будет маска. Плюс к ХП. Как-никак... О, босс рейд. Хм. А давайте попробуем. Следующий босс рейд будет через 4 секунды. А, но каждые 50 секунд рен. Чё, не могу пойти на босс рейда? Типа, может, это нужна онлайн-игра? Походу, мне нужно вот это собрать, чтобы пойти на босс рейд. Ясненько. Так я хочу пойти, алло. Меня не пускают. Меня не пускают на босс рейд. Вот, я жду босс рейда.
Ага, хорошо, сейчас я тоже залечу. И 5 минут ждать, нихера себе. Короче, забейте. Так, смотри, я, короче, в Мексику, походу, приплыл. Only a wall of armed henchmen stood between him and Candy. Mean McCallum still wasn't sure if the mermaids had been a memory or reality. Ну шо, посмотрим, что здесь у нас будет. Привет, бессмертный. Алло. У вас все хорошо там? Алло, Трамп. Короче, забейте. Бессмертный скелет, а я виноват. Типа я виноват? Хотите сказать, я был виноват? Да, это посложнее пошло все дело. Лучадорские гимнасты. То умришь ты. Теперь миг. Так, а вот это уже пошло немножко сложновато, мне кажется. Столько дали. Вах, ха-ха-ха. 100 000. Ну хотя, мне кажется, они сейчас очень быстро разлетятся. Блять, у меня максимум было 100 000, оказывается, теперь. То есть это ограничение по душам, да, было? Где оно? Короче, забейте. Так, больше душ. Хилки. Пусть будет больше душ.
45-й, какой мне... Не, ну вот это уже на самом деле бред пошел, очень сложно. С многих сторон нападают. Сложно. В смысле, его не утопил? Я уже не успеваю всех убивать. Теперь на меня мексиканские мафиозники нападают. Теперь просто на меня нападают мексиканские мафиозники. Отлично. Волосы Трампа. Сорок третий уровень. Хо-хо-хо-хо, как же это все сложно дело. Что мне там дали? 5-53-7. Это ж херовые скелетные ноги. По факту я могу сейчас пойти за сыром, чтобы сходить потом на босс-арену. Давайте подождите, пока я на босс-арену сбегаю. Короче, я сбегал, мне дали до хера всего, особенно вот, смотрите, что я выбил. Так, давайте смотреть. Сыр мне еще пригодится. Червяк не надо, тесак на деф мне нужен, это не надо. Крюк мне нужен. Сыр мне нужен. 30-13 29. Тут вообще урона нету. 29-100. Двадцать девять и хп или крит. Давайте крит.
Так, а теперь мне нужно еще, да? На босса. Поэтому я еще сейчас один раз загоняю. Но перед этим. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Теперь я зайду сюда, заберу 50 кусков. У нас есть, хорошо. Я там одежку получил 5,2. Фигню, короче, дали. Поэтому я снова полетел. Посмотрите, вот так я, допустим, уровни апаюсь. За щупальца даю довольно много. По урону он мне вообще ничего не наносит. И моя машина его, в принципе, блин, если бы ее не было, тогда бы она не дамажила. Тогда бы еще больше получал. Ну, мог нафармить. Видите, допустим, я сейчас могу апнуться, но моя машина сейчас убьет этого. Так, мой дроп на этот момент. Ну, сейчас дали немножко похуже. Ну, типа, предметы поменьше. 11200. Неплохо. Атака 7. Ну, пускай будет лучше атака. Или ХП лучше. Так 1400, так 1200. Но больше урона, ладно. Давайте попробуем босс-арену. Что она из себя представляет? Просто дуэлька. Тут нету попасть случайно. О, попай. А ну, хочу на карабаса-барабаса посмотреть. Ну, слушайте, я победил рейд-босса. Как-никак. Ну, вижу, новую одежду мне дали. О, стопы, у меня... Кэш. $25,000 стоит. Ладно, робота вкачаю. Так, где мои плюшки, финтиплюшки?
десятка. Десятка. Пятька. Так, апгрейд. Готово. Так, что мне тут дали? 5.2. Сигару. Фигня. Ладно. 4.4. О, вот это прикольно. Ну то, тут минус хпшка. Пять, три, семь. Короче, 5.7. 12. Что я там еще мог обрыгнуть? Вы мне так показываете. Не, подожди. Черный рынок вообще не рабочее место. А если я сюда пойду в икорный мир? Ну там снова же фармиться надо. Давайте попробуем. А, стоп, инвентарь точно. 4.75. Херня. 38.180. Жестко. Так, сырок, который мне нужен, да? 7.160. Весь кэш. Тридцать два, 120. Херня. 4.6. Херня. 38. Да, я в минус шестом. Так, ладно. Слина то пошло. 200 хп. Так, что тут вы мне рекомендуете? Ладно, плевать, тяпну его. Погнали пытаться. Тут еще по ним попасть надо на самом деле. Это тоже не очень легко.
давай, давай, давай. Сейчас меня опять расстреляют. Да иди тише, пассатиже. Как эти беси... бесят челики вооруженные. Нет, это будет жопа, если теперь они будут сразу атаковать меня с четырех сторон. С богом. Ага. Усачи панчес. Усачи панчи. Я просто понимаю, что мне потом придется фармить самому эти все деньги. Как-то. Все равно сложно. Уже сложно. Короче, оформлюсь, потом продолжим. Я только что, короче, сходил, уничтожил снова морское царство. Ну, подводное уже. И мне выпалась короля корона. 2400. Если что, я уже собрал на то, чтобы сходить на босс-рейд сюда. Поэтому жмем сюда. Прокачаем себе хп. Дрончика. И погнали. А, 3 минуты ждать. Нихера себе. Ну, подожду. Хотя я не уверен, что я заберу. Давайте... пытаться убивать вот эту херовину. Тупые мексиканские долины. Почему ты не добиваешь сразу? Режь, 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 хорош. Сейчас еще левелапнусь. Неплохо.
Так, на 10 хп мне должно хватить. Отдыхай, Трамп. Сидит он там. Вот это, скорее всего, прикольно. О, там золотой дигл. Нифига себе. Что мне там дали? Давайте смотреть. 10 000. 500 000 могу дать, нихера себе. Прокачка. Окей. Можем на босса сбегать попытаться. Ну, ладно, тоже потом. Что мне дали? 5-2. 8. Усы. Пускай будут. Ладно, это мы с вами закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.